тюменцы опередили другие регионы страны в финансовом образовании. Согласно проекту Минфина, этот предмет должен появиться в российских школах до 2020 года. Экзамены по нему сдавать не придется, он будет даваться факультативно. На федеральном уровне программа еще формируется. Но в нашем регионе работа ведется уже около 5 лет и есть определенные результаты. Мы сегодня опробируем в игровой форме всевозможные методы передачи этих знаний. И ребята на это очень хорошо откликаются. Стоит отметить, что в том числе на общефедеральной олимпиаде по финансовой грамотности наш регион, ребята нашего региона уже 4 года подряд занимают 1-е и 2-е места. То есть мы действительно чуть погружены в эту тему, чем многие другие сегодня регионы страны, но пока не останавливаемся на достигнутом.